Этот турнир проходит всегда в связке совместно с чемпионатом Омской области, на котором формируется сборная команда Омской области среди взрослых. Таким образом, спортсмены, которые младшего возраста, которые участвуют в данных соревнованиях, они всегда могут видеть, как работает старший, как работает наш, скажем так, флагман, взрослое поколение спортсменов. Они на них могут равняться и стремиться к их уровню. Растет мастерство спортсменов. Видно, что ребята как бы стали, ну, что ли, более ловкими, более сильными, используют современные сегодня приемы. На этих соревнованиях я сделал акцент на технику ног по корпусу. Чаще их заходил через руки, но добавлял ногами, чтобы в дальнейшем также можно было работать и просто ногами по корпусу. Классные соревнования, мне понравилось. У меня получались связки и руками, и ногами. У меня очень хорошо получались удары руками. Я подбирала дистанцию и била кизами-цуки.